23 февраля. Какое 23 февраля? Спасибо, ребята. Водителей, которые субботним утром накануне 23 февраля проезжали по проспекту Ленинского комсомола, сотрудники госавтоинспекции тормозили не для того, чтобы выписать штраф. Их ожидало необычное поздравление. День защитника Отечества – это для нас самый такой, наверное, счастливый праздник, потому что мирное небо над головой у нас охраняли наши мужчины дорогие. И мы хотим пожелать, чтобы наше поколение никогда в жизни не увидело войны, а только золотое солнышко, чтобы светило нам всем. Ученики 4 класса Видновской школы номер 7 подготовили для водителей поздравительные открытки, которые сделали своими руками. Дети – это, пожалуй, самые незащищенные участники дорожного движения. Поэтому в День защитника Отечества они пожелали автомобилистам быть аккуратнее за рулем, беречь свою жизнь, жизни пассажиров и пешеходов. Поздравляю, чтобы не нарушали правила, ехали на зеленый свет. Я пожелаю им, чтобы они были внимательны, доброжелательны к другим водителям и пешеходам и ответственны. Я им желаю, чтобы они никогда не болели, чтобы уступали всем другим машинам дорогу. Все равно они успеют, куда им надо. Чтобы были внимательны, вежливы, уступали пешеходам дорогу, не приезжали на красный свет. Чтобы они по дорогам быстро не ездили, соблюдали правила на дорогах. Чтобы детей перевозили в специальных детских креслах. Желаем крепкого здоровья, счастья, чтобы они не болели. Здоровье, чтобы поменьше носились на дорогах, чтобы были поаккуратнее и чтобы все у них было хорошо. Не остались без внимания и сами госавтоинспекторы, ведь они тоже водители, а главное – защитники Отечества и, значит, непосредственные виновники праздника. Поздравительные открытки ребята вручили им. Юлия Погосян, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.